Сегодня выходной, да. Я с Шимкентом. Привет. Ребят, давайте на русском. Очень жарко. Имран, так вы мне не сказали, кем вы там работаете? Или работали? Давайте пообщаемся, расскажите мне. Как-то туда положить. Мото говорит. Привет, за привет. Бай-бай. Я был впечатлен, очарован. Круто. Это у меня работа. А ну-ка, Имранчик. А что вы там делали? Откуда вы знаете, что я там работала?